Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». 4 марта 2016 года, весна на дворе, пятница, завершение рабочей недели. Поздравлять женщин мы сегодня еще не будем, еще рановато. Мы сегодня с вами поговорим о Нормандской четверке и Владимире Зеленском, но не просто как бы Перечислить события, которые произошли, а с точки зрения того, какие вопросы задают дети, школьники, ученики первых, вторых, третьих классов, старшеклассники именно по разным вопросам этического поведения: что такое хорошо и что такое плохо. В Париже завершилась работа норма... министра иностранных дел Нормандской четверки, в результате которой, в общем-то, стороны ни к чему не пришли. С одной стороны, Климкин там замялся, не знал, под каким флагом ему стать для фотографирования. Но в целом а, оформилась главный смысл Минских соглашений. То есть Франция, Германия и Россия указали Киеву на то, что выполнять Минские соглашения необходимо. А общий смысл Минских соглашений, которые расписаны во многих пунктах, на самом деле сводится только к одному – к установлению прямого диалога между Киевом и столицами э -э Донецких республик этого диалога до сих пор не произошло. Причем понятно, почему это не произошло. Поскольку киевская власть при всех вводных является изначально нелегитимной, Установление прямого диалога, вот такой вот контакт между двумя частями Украины, он неминуемо приведет к тому, что Донбасс начнет распространять свою власть как правоприемник предыдущей Украины на всю остальную территорию, а для нынешней правящий ну нельзя сказать хунты хунта это немножко военная власть для нынешней правящего режима это смерти подобно и поэтому всячески они упираются и всячески подталкивают ситуацию к войне которая является для них спасением и вот в этой ситуации которая сложилась скажем так на общеевропейском даже геополитическом театре действий вот ситуация с комедией в которой снялся владимир зеленский на самом деле очень показательно с этической точки зрения фильм этот сним не в этом году и не в прошлом то есть э, фильм достаточно давний проект а, в нем снимался зеленский и сам по себе фильм никакой политической окраски не несет студия 95 квартал специализируется вместе с леополисом на произ... э, на производстве романтических комедий в основном Ну, 95 квартал это комедианты а романтические комедии это достаточно четкая ниша а, на рынке киноистории, за которыми люди идут в кинотеатры. Это самое дешевое развлечение с точки зрения затрат конечного потребителя. И, в общем-то, Владимир Зеленский на этой ниве уже подвязается ну, целое десятилетие. Однако, с учетом того, что этот человек позволил себе оскорбительное высказывание, во-первых, в, в отношении своих соотечественников, жителей Донбасса, которых он, в общем-то, обозвал мразями. Потом он высказал несколько... А, непри нелицеприятных высказываний в сторону Российской Федерации. При этом он свои гонорары перечисляет в зону АТО. А мы с вами понимаем, что поскольку в Украине условия э, фактически гражданской войны, о вооруженных силах, применении вооруженных сил против части своего населения ⁇ это прямое нарушение Конституции, прямое нарушение целого свода перечня украинских законов. И речь идет не о антитеррористической операции, а о карательной. В результате того, что часть Украины отказалась признавать государственный переворот в февраля 2014 года. И вот в этой ситуации реакция российской публики, реакция русской общины. Назовем вещи своими именами. Русская не в смысле национальностей, а общая община совокупность всех общин Российской Федерации, которые взяли и оценили с нравственной точки зрения поведение Владимира Зеленского. И вот это, мне кажется, очень важно, даже с точки зрения того, что если ребенок задаст вопрос, а что там с Зеленским происходит с этим комиком, почему, например, бойкотируют его фильмы, то вот здесь и стоит рассказать, что, почему и как. А смотрите, какая получается ситуация. В древности на Руси была такая традиция от щепенцев и людей, которые нарушили законы этой территории, которые способствовали развращению, которые способствовали уничтожению традиций, их изгоняли. Там не было каких-то, знаете, кровожадных таких расправ, там не было таких наказаний по уголовным уложениям. Людей просто изгоняли с этой территории. И по большому счету вот это высказывание Зеленского против Российской Федерации – и знаете, вот это двурушничество. Я о вас говорю плохо. Вы для меня условно оккупанты и агрессоры, хотя на самом деле ни одного русского военнослужащего я имею в виду в составе вооруженных сил о добровольцах, которые туда приехали защищать русскоязычное население от карательной операции. А что такое карательная операция, никто не должен забывать, вспоминая 2 мая в Одессе, вспоминая бомбежки Луганска 2 июня, вспоминая Мариуполь 8-9 мая 2014 года. Этнические чистки – это для Украины нынешней, это не какие-то виртуальные разговоры, мол, типа фашизма у нас нет. Добровольцы появились прежде всего потому, что на экранах телевизоров было видно, как градами сносили улицы станицы Луганска вместе с домами, с жителями, с детьми, со стариками. И люди поднялись и пошли. Но это не является регулярными войсками Российской Федерации. Это пункт первый. И, соответственно, я не думаю, что Владимир Зеленский этого не понимает. Или он не знает. Поскольку он находится в своем информационном поле, он член каких-то определенных финансовых кланов, финансово-промышленных, я бы даже сказал, кланов. Соответственно, он рупор, он как лампочка, которая светит и отображает точку зрения этих кланов, он взял и как э, лампочка взял и заявил эту позицию. Россия агрессор, она вторглась в часть Украины, у нас типа состояние войны с Украиной, Россия это зло, и вот тем не менее у него хватает совести э, участвовать в проектах, которые ему приносят деньги часть которых он в общем-то на карательную операцию и тратит перечисляет там для АТО и вот здесь возникает нравственный вопрос на самом деле с точки зрения многие телезрители спрашивают а почему взять и административно не запретить и так далее и так далее тут на самом деле весь э -э, прикол вот в чем ну, во-первых, киноиндустрия, она устроена таким образом, что правообладатели, крупные компании, которые аккумулируют э, права на фильмы, прокатывающиеся на территории Российской Федерации, они, как правило, заключают договора с кинотеатрами пакетами. То есть они заключают договор на год. И, и, соответственно, в этом пакете может оказаться фильм, который в рамках договоренности ну нельзя взять и вынуть из пакета. Соответственно, в рамках хозяйственного договора кинотеатры не могут взять по своей воле, например, и отказаться от этого фильма. С другой стороны, у правообладателя у прокатной компании есть договора с правообладателями, с тем же 95-м кварталом, с «Леополисом» и с другими а, производителями. Они тоже не могут нарушить хозяйственные договора. Это целая э, ну, достаточно геморройная история. И вот в этой ситуации слова министер представителя Министерства культуры, что мы не можем повлиять на этот процесс с государственной точки зрения, с административной точки зрения, с точки зрения административного ресурса. Это на самом деле и хорошо. Но если там есть система, которая отлажена годами, она вот как-то движется, но ну пусть себе и движется. Весь-то вопрос заключается не в том, как государство за нас должно решать нравственные вопросы. Весь вопрос заключается в том, как мы сами реагируем на те или иные действия отщепенцев. То есть людей, которые говорят одно, подразумевают другое, прибыль вынимают из того же кармана, который хают и так далее, и так далее. И вот тот факт, что на премьера фильма практически сорвалась, причем сорвалась не по административному ресурсу, а сорвалась только потому, что люди не пошли. Люди очень четко сформулировали свою самоидентификацию. Вот не, не покупка билетов отсутствие кассы у этого фильма, это означает сразу несколько вложенных смыслов с точки зрения даже косвенных разведпризнаков. Во-первых, основной принцип и основной косвенный признак заключается в том, что всем производителям, всем продюсерам, которые вкладывают в фильмы с Зеленским деньги до сих пор и которые фильмы эти на самом деле окупались в той или иной степени, дан четкий сигнал о том, что этого человека видеть на русскоязычной территории никто не хочет. Соответственно, все деньги, вложенные в Зеленского в той или иной степени, будут потеряны. Это месседж. Он на самом деле написан черным по белому. Он читается большими буквами. Очень многие продюсеры, я думаю, умеют читать. Второе. А, это дана четкая оценка русского общества что такое а на юго-востоке украины для всех русских людей это карательная операция связанная с уничтожением или вытеснением жителей донбасса на территорию а, на другие территории это связано с экономическими причинами это связано с политическими причинами так задумано еще было во времена государственного переворота то есть война на донбассе она была неминуема в любом случае потому что там все равно создавался анклав Точно так же, как и в Крыму, людей, которые не признают государственный переворот. И вот в этой ситуации а, вот это не голосование рублем, это есть четкий не только политический жест общины. Люди про себя решили, и взяли, вот так вот и поступили. Но это есть еще и нравственный. А, аспект связанный с тем, что людям не все равно. Ведь на самом деле очень много появилось реплик. Даже были интервью там, с э, кинодеятелями, с э, директорами кинотеатров, которые вот, попытались протолкнуть вот такой тезис: Ну, я разделяю политику и искусство. Ну, кино якобы искусство. На самом деле это бизнес с высокими доходами. Эта тема отдельная, мы ее тоже можем сейчас обсудить. Но разделение якобы политики и искусства при всем при том, что это переплетается, весь рынок, вся это искусство как бизнес построено прежде всего на русском рынке, на русской кинотеатральной сети. На Украине не более 200-230 кинотеатров, которые даже при загрузке по условно 40-50% а, все равно не дают той кассы, которая бы даже соизмерилась а, с бюджетом производства самого фильма и прокатным бюджетом. То есть экономика самого этого искусства такова, что рынка Украины недостаточно для того, чтобы прокатать этот фильм и выйти в какую-то прибыль. Там прибыль формируется из чего? Из рынка Украины, из рынка Российской Федерации, самого объемного а в Российской Федерации залов, способных прокатывать картины в формате DCP от 800 до 1200. Вот представьте себе две недели проката каждый день там по три, по четыре, по пять сеансов там возникает касса, которая может перекрыть входные инвестиции, связанные с производством, связанные с прокатом, ну, печать копий, полиграфия, там все сопутствующие процессы, связанные с обеспечением кинотеатров прокатными свидетельствами, там целая индустрия. И вот получается, что основной рынок, на который заточены фильмы, он сказал нет. Он сказал это не административно, не привлекая чиновников. Взяли люди и сказали, вот этого человека мы видеть не хотим. Это еще очень важный тезис и очень важное обращение к кинопроизводителям Украины, которые на самом-то деле ничем от Зеленского и не отличаются. То есть люди, четко ставшие на позицию финансово-промышленных групп, которые по заказам своих заказчиков, основных выгодополучателей государственного переворота, на самом деле последние два года в интенсивной фазе. А если брать по-трезвому, то и предыдущие 10-12 лет они создавали ситуацию, при которой образ врага, картина мира, в сознании украинского населения рисовалась только с точки зрения Российской Федерации. Русские враги. Русские нас обманывают. Русские нам не докачивают газа, не докармливают наших э, тигров в клетках, там и так далее, и так далее. При этом основное ограбление Украины происходит совершенно не с точки, не со стороны России. Все активы, которые вымываются, они на самом деле вымываются по схемам, прописанным на секундочку в соглашении об ассоциации с ЕС. Об этом почему-то украинцы забывают. Им интенсивно накачивают голову, что враг там, что Россия агрессор, что Россия оккупировала территорию Украины. А, а Крым ⁇ отдельная история. Крым юридически даже, в принципе, Украине и не принадлежал. И доказательство этому, даже если не вникать в документальную базу, заключается в том, что Украина нам всем известна это унитарное государство. Там всегда выращивался единый украинский народ. Видели на украинских каналах Единая краина». Так вот, в этой «Единой краине» существовала автономная республика Крым. Это было какое то знаете, там, ну, вещь сама в себе. То есть юридически это было обосновано, поскольку Украина получила Крым в в противоречии, в противовес всем принятым нормам передачи той или иной территории, то именно из-за этого автономная республика Крым там и существовала, причем волюнтаристским способом. То есть Ельцин и Кравчук вот сказали, пусть это будет здесь. И это было оформлено определенными договорами, связанными со статусом Черноморского флота. Но тем не менее все люди понимали, что Крым – это Россия. И это было подтверждено буквально за несколько недель после государственного переворота. И с этой точки зрения, если Крым вывести за скобки и посмотреть на то, что происходит на Донбассе, даже с учетом добровольцев из России, даже э, этого не называется с той стороны, но тем не менее добровольцев... Из Швеции, из Финляндии, из Литвы, из Латвии, из Польши, из Франции, из Германии, которые воюют на стороне карателей. Я уже не говорю о боевиках, которых завозят на территорию Украины, которые сейчас дислоцируются в Причерноморье. Это Николаевская, Херсонская и Запорожская области. Причерноморье. Это тот самый регион, самый ценный для американцев сегодня, который имеет выходы к морю. А выходы к морю – это логистика, это возможность, это такой крупнейший хаб. Естественно, с Ильичевским и Одесским портом. И получается, что в Причерноморье сосредотачиваются вот эти вот боевики вооруженные, которые к ВСУ не имеют никакого отношения. Иначе зачем было Верховной Раде принимать закон о том, что в ВСУ, вооруженные силы Украины, могут служить иностранцы? Это только и есть маскировка того, что на самом деле... А -а ВСУ сейчас становятся просто проамериканскими и регулярными вооруженными силами, которые призваны на территории Украины решать страновые задачи Соединенных Штатов Америки и отдельной части Евросоюза как основных выгодополучателей государственного переворота в Киеве. Или кто-то забыл, как деньги завозились в палатки а, на Майдане? Или кто-то забыл, как в январе в офисе Батькивщины нашли 16 миллионов долларов, которые были перевезены в дипломатической почте и которые ну, вот уж точно были потрачены, были бы потрачены, не будь изъяты а, на государственный переворот. И те деньги, которые были изъяты, это не значит, что они были все и больше ни копейки. Весь государственный переворот финансировался а, из-за рубежа частично, а частично олигархами местными украинскими, которые управляют, являются управляющими отдельных активов. Но, кстати, очень важный вопрос, люди очень многие забывают. Они забывают тот факт, что когда олигархов поставили управлять активами Украины, которую оторвали от Советского Союза и начали выращивать из него антирусь. Для того, чтобы в конечном итоге вырастить новое поколение. 25 лет прошло, как раз, чтобы выросло новое поколение. А загрузить верхнюю часть туловища молодому поколению, всю идеологию, связанную с русофобией. Ну вот эти вот скачки на Майдане, они что, какие там лозунги? В бой в собе москаля, убей в себе русского, а потом иди и убивай русского, который отказался убивать в себе русского. Вот это основная идеологическая стратегия, которая вложена от позвоночника до мозгов всему молодому поколению, которая не различает, что такое русские, русы, русины, что такое украинцы, как они, откуда они произошли и для чего. Есть хорошая поговорка недавно появилась в интернете, которая называется примерно так. Вы не рассказываете, для чего вы стояли на Майдане. У вас могут быть разные причины. Вы лучше расскажите, для чего вас туда поставили. И вот если вот такой трактовке а, произнести, то тогда позиция Владимира Зеленского достаточно успешного, наверное, шоумена, а, который кому-то нравится, кому-то не нравится, но который допускает в нравственном смысле а, ложь, предательство. И другие вещи, которые в приличном обществе называть даже термину ну, трудно подобрать, реакция русской общины, русского общества, она стала соответствующей. И мне кажется, что вот именно с этим поступком всех граждан Российской Федерации, а, граждан Российской Федерации необходимо поздравить. Это на самом деле важный шаг в части того, что большая страна возвращает свой государственный суверенитет. Государственный суверенитет он бывает нескольких типов: военный, экономический, культурный, а, но он еще и есть, знаете, ментальный. Все вот эти информационные войны, которыми мы с вами занимаемся, которые мы обсуждаем, они на самом-то деле все происходят в головах. И вот тот факт, что граждане Российской Федерации у себя в голове четко разложили, что есть хорошо и что так плохо, вот это есть самая важная победа в информационной войне. Если продолжить эту тему о, о головах и о том, что туда загружается и при помощи чего, я бы хотел с позиции нашей редакции, с нашей программы ⁇ Информационная война ⁇ а всем известно, что 2016 год президентом Российской Федерации объявлен годом кино, я бы предложил э, в рамках э, Крымской аудитории, в рамках Республики Крым предложить в дополнение к тому, что 2016 год... Это год кино. Добавить еще один тезис. 2016 год ⁇ это год общения старшего поколения с молодыми. Причем молодыми не только там 15-16 лет, людям, которые активно уже врываются в жизнь, а прежде всего молодыми в возрасте 5-6-7-8 лет. Дошколята, а начальные классы. Это дети, у которых возникают вопросы прежде всего нравственного порядка. Это вопросы, которые относятся к категории богословские. Что такое Бог? Что такое жизнь? Что такое смерть? Что такое добро? Что такое зло? Как правильно поступать? Причем количество ситуаций, в которую жизнь бросает человека, таково, что на самом деле без вот этого общения а, многие дети до конца и не знают, как правильно поступать в той или иной ситуации. Почему, например, надо в маршрутке уступать место женщинам? Большой вопрос. Да? В некоторых культурных традициях это не приветствуется, мужчины сидят и считают, что так и нужно. А в нашей культурной традиции это считается необходимым. Причем необходимым а даже с точки зрения того, чтобы мужчина оставался мужчиной и не превращался в инфанта, инфантильного человека. Есть ситуации, связанные с тем, нужно ли есть... Знаете, есть такой грех в православии, который называется самоедение. Это когда молодой парень, например, приходит, сидят друзья там и так далее, он садится в сторонке, достает там свои там всякие там покунки и начинает без всякого изозрения совести начинает есть. В русской традиции это неприемлемо с этической точки зрения. Нужно либо там, угостить, нужно как-то э, включиться в общину, потому что такие, э, такая поведенческая реакция, она вообще не свойственна нашей культуре. И вот получается, что вот такие жизненные ситуации, которые детям, родителям сегодня объяснить-то негде, как поступать правильно. Очень многих семьях родители не, э, не все, то есть не полные семьи, некому это сказать. И возникает ситуация, при которой общение старшего поколения по частным локальным случаям, по частным локальным ситуациям, которые на самом деле в жизни встречаются, может быть даже не каждый день, но при этом они непосредственно касаются нравственности, касаются культуры этого народа, этой территории. И вот Наши пробелы, которые на самом деле не только наши, это пробелы э, всех последних 20 лет. Эти пробелы привели к тому, что молодежь, она была пушечным мясом и была основным двигателем уличного заговора, который привел к государственному перевороту на Украине. А это отсутствие общения старшего поколения с молодежью. И вот для того, чтобы нам выучить эти уроки, а у нас очень много невыученных уроков. По большому счету мы являемся продолжателями вот этой традиции, начатой в 1991 году, когда а, Россию, большую я имею в виду Россию, Советский Союз, поставили в отстойник и 25 лет отрабатывали ситуацию, связанную с перепрограммированием нашего подрастающего поколения. С отключением его от источников наших традиций, нашей культуры, нашей поведенческих реакций. Что такое культура? Это не набор искусств. Культура это не э, список театр, кино, там, э, музыка, э, литература, билетристика. Культура это прежде всего, как в информационной работе, это то, что в голове. Это перечень поведенческих реакций на ту или иную жизненную ситуацию. Вот что является культурой. И получается, что за 25 лет произошла культурная революция в молодом поколении причем не только на украине на украине сложилась особая ситуация связанная с олигархическим способом управления когда олигархи стояли над властью в россии в белоруссии в казахстане ситуация немножко другая власть стоит над олигархами поэтому такой процесс затруднен но с точки зрения качества мозгов молодого поколения ситуация не очень сильно отличается и для того чтобы Дать понять Западу, который очень активный оператор этих процессов, что мы эти уроки видим, что мы их усваиваем и мы отраб готовы отработать э, назад эту ситуацию, нам необходимо в этом году, в 2016, а год такой ключевой, это два года после государственного переворота в Украине. Это э, э, несколько месяцев после начала нашей спецоперации военно-космических сил в Сирии, которые являются на самом деле обороной российской федерации на дальних подступах. Мы там не имеем никаких территориальных претензий, мы там по приглашению легитимного правительства, но мы работаем по тем целям и по тем э, боевикам, которые уже сегодня готовы прийти на нашу территорию. Этот 2016 год, он должен э, быть таким, что мы не только отработаем военные и геополитические задачи. Главная задача, и мне кажется, Год кино это должен продемонстрировать, прежде всего номенклатурой, я не знаю, ассортиментом произведенных фильмов. Должен быть обращен в сторону молодого поколения, в сторону того, чтобы мы наладили связь времен, чтобы наша культура, наши поведенческие реакции, связанные с нравственным поведением, когда говори, чтобы не было таких ситуаций, как с Владимиром Зеленским, чтобы впредь такого не допустить. И вот этот вал западных фильмов, которым в основном-то питается наше молодое поколение, ему хоть что-то противопоставить. Мне кажется, что 2016 год должен быть в этом смысле успешным, и всех людей, которые занимаются культурой, я приглашаю подумать и, может быть, даже обсудить эту тему. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание.